Всем приветики! Я хотел бы вам показать свою новую плиту, которую мне недавно установили газовики. Вот она. И сделать на ней небольшой обзорчик. Также показать все изменения, которые здесь произошли, и познакомить вас с моей старой плитой, которая раньше стояла вот здесь, прямо вот под этой плитой. Но ее, к сожалению, отключили. Пришли газовики, отключили эту плиту, потому что она уже не держит. И я даже 4,5 дня сидел без плиты, потом купил вот эту плиту, и мне ее установили газовики. И причем ее поставили вот прям как она стоит, только под ней стояла плита. Вот эта тумбочка стояла там, а это там. Здесь стояла плита посередине, и на ней стояла вот эта вот новая настольная плита. А недавно мы решили сделать изменения и убрали эту плиту отсюда сюда, эту большую полочку сдвинули сюда, на нее поставили вот эту плиту, а там стояла вот эта маленькая полочка, тумбочка, и мы ее передвинули сюда. А из нее достали полочку и поставили сюда, чтобы закрыть пустое пространство. Такие произошли изменения у меня на кухне. Здесь сначала такая дырка была не очень, но у меня здесь был мусорный пакет с пластиком. Я просто пластик отдельно складываю и отдельно выкидываю. Вот, там за этой дверкой обычный мусор, а здесь мусор с пластиком был. И как раз там место освободилось. И теперь у меня пластик будет не возле прохода, посередине кухни лежать. Ну, не посередине, но возле прохода. А там, в этом карманчике. А сюда сделали такую палочку и на нее повесили полотенечко. Довольно-таки нормально получилось. Вот. С старой плиты забрали крышку, потому что там снизу нагревается, и чтобы клеенка не плавилась, вот, поставили на такую вот крышку железную. А туда, где была вот эта тумбочка, вот сюда поставили стульчик и на него тоже какую-то посуду. Но эта плита, все, уже ее теперь только, ну, списывать. Так-то она работает, просто что приехали газовики, проверили ее, и она не держала, и ее отключили. А так она работает, все нормально, просто там под этими комфорками там немножко, ну, есть такие как сопла, и из них немножко травит. Вот. Но запаха газа я не чувствовал. Самое интересное, представляете, что эту плиту произвели в 94-м или 95-м году, в 1995-м, наверное, и установили ко мне вот сюда. Я тогда еще здесь не жил, в 1999-м, а сейчас 2023. То есть она 24 года здесь простояла. И мне кажется, еще бы столько бы простояла, если бы не газовики. Она, ну, немножко травит, но я запаха газа этого не чувствовал. Там просто они, когда мылом помазали, там такие пузырьки надувались. Но запаха не было слышно. Ну, такое микропропускание, а у них считается это уже недопустимо, и все, они ее отключили. И они ее, когда отключили, они прям перекрыли, здесь поставили этот пломбу, ну, кран закрыли, пломбу, шланг убрали, пломбу поставили, и все, типа, нельзя срать, а то штраф будет. И я 4,5 дня сидел без плиты, потом купил такую вот настольную, и они приехали, подключили. Вот. А эта плита вот она такая, старенькая. Снизу вот так вот она выглядит. Да, простояла она здесь очень много. Уже возраст у нее серьезный. Она уже вся старенькая, вся замученная. Внутри у нее, конечно же, все уже такое старое. Ее, в принципе, только в металлолом. Ну, я вот сейчас покажу ее вам, а потом позвоню, чтобы ее забрали в утилизацию. Вот здесь такая решетка. И газовик, когда приходил, он с нее комфорки поснимал. Снимает вот так комфорки, все это убирает. И поднимает все вот это полностью. Получается, вот эта штука, она поднимается. Правда, здесь уже одна сторона сломана, вот эта вот. А та еще держится, левая сторона, а правая уже обломана. Хотя, мне кажется, сейчас и это завалится. Вот. И вот они сами горелки вот эти вот. И здесь, получается, вот снизу оно травило с вот этих вот... Это... Сейчас. Надо ее так поставить, чтобы я рукой не держал. Так. Получается, что вот. Вот эти вот болтики, с-под них травило. А с-под них такие небольшие пузырьки надувались. Вот он болтик, и из-под него такие пузырьки такие выходили. Ну, когда мылом намазываешь, с него пузырьки выходят такие. И из-за этого ее отключили. Но именно носом это не чувствовалось. Вот. Прикольно, кстати, что вот если убрать крышку комфорки, ну там сама комфорка, то газ сразу будет выходить прям такой струей здоровой. Здесь просто называется вот эта штука, но она не меняет того, что газ будет выходить струей. А сверху, получается, ты просто на выходящий газ надеваешь такую крышку с дырочками, и газ начинает рассеиваться. Подносишь спичку, и все загорается. И все. Ну, это старая плита. А вот она новая. И новая мне больше нравится, потому что в старой плите я никогда не пользовался духовкой. Получается, вот они комфорки, под ними эти горелки и управление ими. Дальше идет духовой шкаф, а под ним горелка вот этого духового шкафа. То есть, получается, вот эта часть мне не нужна. Я всегда пользовался вот этой. Так зачем мне покупать еще и вот эту часть, если я никогда не пользуюсь? Самая дешевая нашими белорусскими стоит 600 рублей. Вот это все. А вот эта самая дешевая, 100, ну, именно 4-комфорочная, есть 2. Стоит 160 рублей. Так зачем мне переплачивать столько денег, когда я только этой штукой пользуюсь? Вот. И я, когда ее покупал, боялся, что она будет слабенькой. Но на самом деле она не слабенькая, она нормальная. К примеру, вот эта плита на самой большой горелке, у меня здесь чайник закипал за 12 минут. А здесь, на вот этой комфорке, на самой большой, они здесь все, кстати, одинаковые, закипает за 15 минут. То есть разница 3 минуты. Хотя, я не знаю, может быть там... Или не 12, или 10 минут. Не, ну не 10. 11-12 минут. А здесь 15. Ну, то есть разница не сильно большая. Вот. И, в принципе, нормально. Ну, чуть помедленнее закипает, но это ничего страшного. Вот, пришло оно в такой коробочке. Причем подключают сами газовики, конечно же. Там еще есть вариант с задней крышкой. Такой вот, ну не крышкой, а такой решеточкой. Ну, пластинкой, короче, сзади, чтобы оно... Хотя зачем оно надо, чтобы еда, что ли, не... Ну... Чтобы кастрюли не соскользнули, так они могут в бока соскользнуть, или чтобы брызги не летели. Так она же маленькая совсем, все равно будет лететь. Вот. Так что... Такой коробки пришло. Там еще в комплекте был шланг и винтики. Ну, вот, получается, это то, что было в комплекте шланг. Но это шланг для баллонов. Вот он для баллонов шланг. Изначально плита и настроена на баллоны. И в комплекте идут такие вот винтики. Этот стоит в самих комфорках. Он там под этими черными крышечками. Ну, вернее, там в горелках. Их газовик выкручивал вот эти вот с такой дырочкой. И там еще где-то снизу вот такие без дырочки сверху, но с дырочкой вот тут, по бокам. И вот эти именно для баллонов. Он их снял, отдал мне. А те, которые были здесь в комплекте, он поставил туда. Получается, вот эти стоят, и они рассчитаны на баллоны. А в комплекте идут для того, чтобы перевести на вот этот вот газ, который, ну, в трубе. Просто, как мне объяснил газовик, если оставить на этих, то когда будешь делать газ меньше, оно будет тухнуть. Так ты можешь, типа, больше-меньше делать, и оно будет гореть. А когда там стоят вот эти вот винтики для баллонов, то когда ты будешь делать меньше, он просто будет тухнуть сразу. Ну, не сразу, а когда там, ну, короче, будет тухнуть. А так оно не тухнет. Вот он их поменял. И в комплекте еще был хомутик вот этот, и еще один, который мы надели на шланг. Кстати, шланг другой понадобился. И там вот сзади, получается, такая вот штука, и сюда одели хомутик. Ну и вот этот вот шланг сюда одевается, зажимается хомутиком. Вот. Шланг тоже другой понадобился, его в комплекте не было. Ну, шланга для трубы, для газовой сети в комплекте нету. Но есть винтики для газовой сети. Вот. А этот, естественно, в комплекте, но он мне не нужен. И вот эти, ну, хотя кто его знает, как там. Может, когда-то я и перееду в дом, и мне понадобится. Вот. Ну и все, в принципе. Все, что было в комплекте. Еще инструкция была. Вот. Такая вот инструкция была. Плита бытовая, плита газовая бытовая настольная ПГ 900. Вот. Но она такая, хоть она и здоровая, но на русском языке там страниц 15 только. Есть просто на всех языках. Вот. Гарантийный талон еще в комплекте. Вот он, гарантийный талон. Его заполняют. Еще листик, где находятся мастерские в разных странах. Вот. Ну и инструкция. Ну, в общем, вот он, гарантийный талон. То, что оно на сжиженный газ, ну, сделано изначально на баллоны, а можно перенастроить на природный. Вот. Это гарантийный талон. Дальше тут у нас есть, ну, мастерские, где находятся вот представители организации. Ну, короче, это если сломалось, куда обращаться. Вот. Ну и сама плита, инструкция ПГ 900. Ну и здесь вот оно сразу расписано. Основные, как бы, содержания. Общие указания. Всего 15 страничек. Вот. килограмм максимальная нагрузка на стол, ну, на плиту, на верхнюю часть, где 4 комфорки. Ну, в общем, здесь это все можно почитать, я это все почитал, просто я так сейчас уже не вспомню. Вот. Ну и вот он, стол. Вот эта вот крышка может быть в комплекте еще. Это плиты 910, а у меня 900. А, или подожди. У меня, короче, нет этой штуки. Ну да. Но она здоровая. Это, короче, наверное, чтобы брызги не летели. То есть, когда ты готовишь, чтобы брызги не летели на стену, скорее всего. Устройство плиты мод 900. А у меня ПГ 900. У меня такой в комплекте не было. Вот это, получается, щиток. Смотри раздел комплектность. Ну вот, все есть, а щиток звездочка. То есть, его может и не быть. У меня не было. А это уже с электрокомфоркой. Ну, это, мне кажется, лишнее, оно и так неплохо. Вот. Ну, и здесь, собственно, все вот оно расписано. Какие здесь есть. Приготовление, как правильно, как неправильно. Установка. Как следует ставить. Присоединение от газовой сети или баллону. Изначально оно на баллон настроено. Вот, хотя было бы круто, чтобы оно изначально на газовую сеть было настроено. Неужели, ну, типа, их только покупают для баллонов, ну, типа, на дачу куда-то. Настольные. Почему? В доме же тоже нормально настольные. Вот у меня вообще, ну, удобно вписалось, как бы. Вообще хорошо. Вот. И это получается почти конец. Техническое обслуживание, утилизация, гарантии. Вот. Ну и все. А дальше уже пошло уже другой язык. Вот и вся инструкция. Вот. Ну а плита сама по себе так. Ну в общем, нормально. И выглядит, и работает. Получается, что я основное, за что переживал, что она будет слабенькая, что она не будет греть так сильно, как это грело. Но она, в принципе, нормально греет, чуть медленнее, но нормально. То есть чайник закипает не за 11-12 минут, а за 15. Но ничего страшного, как бы нормально она греет. Сама по себе такая маленькая. Стоит так прикольненько. И удобно, что даже если ее переставить надо, то вообще без проблем. Она более-менее легкая. Взял ее в две руки, его переставил. Или если куда-то переезжать. Эту я бы, наверное, с собой не забирал. Она старая. А эту подмышку да поехал. Нормально. Вот. Эти штучки, получается, так вот они не двигаются. Ты, получается, шевелишь. Оно вот ни влево, ни вправо. Нажимаешь, и только тогда можно вертеть. Ну, здесь вот оно показано. Это получается вот эта конфорка, вот это та конфорка, вот это та конфорка, это вот это. Ну, в общем, подписано. Ну и огонек. Это 0. Это максимальный огонь, это минимальный. А так выключено. Ну и все, вот оно. Сейчас на максимальном работает, вот оно. Поворачиваем, уменьшается до минимального. Вот оно минимальное и не гаснет. Поворачиваем ручку, и оно максимально становится в другую сторону. Начинает уменьшаться, в итоге погаснет. Ну, в общем, нормальная плита. Я еще специально крышку оставил отсюда, чтобы... потому что там снизу уже эти горелки, они что же будут... Она будет нагреваться и сама эта железяка, и... Ну да, получается, оно когда работает, даже вот эта вот часть нагревается. Здесь трогаешь. Ну, сейчас она не нагрелась, но когда она долго работает, трогаешь, она прям чувствуется такое уже такое горяченькое. Соответственно, вся эта железяка, стол весь этот вот, он и снизу нагревается, и там будет тепло, и чтобы клеенка не портилась от жары, не сморщивалась, я на железяку поставил. Вот. Вот такая плита. Мне нравится. И стоит дешевле намного. И легко ее поставить. И нету лишней этой вот духовки, которой я не пользуюсь. Правда, что она трохи гремучая. Вот эта вот штука неровная. Она болтается трохи. Вот этот край. Вот эти два края гуляют. Вот эти, этот и тот нормально, а вот эти дребезжат. То есть оно ходит. Оно неровнее. Получается, как-то оно так сделано, что эти два края, вот этот и этот, гуляют так вот. Если... И где-то еще как-то тоже конфорки неровно сделаны. Или, может быть, это сама плита такая, что вот если... постучать где-то по столу, бывает гремит. Чем-то толкнешь стол, и гремит какая-то из конфорок, или это. Вот. Так нормально. Это вот единственное, что решетка эта какая-то неровная, она по диагонали так вот гуляет и гремит. И какая-то конфорка, когда бывает стол, он слышно звенит. Толкнешь, какая-то из конфорок типа звенит. Вот. В остальном все нормально. А перестановка... Эту плиту, получается, вызвать, вывоз старой бытовой техники. Сами приедут, заберут, еще каких-то денежек дадут. Она, в принципе, рабочая, просто что она уже старая, и газовики не разрешат ей пользоваться, не подключат ее. А куда ее девать? Вы самому выкидываете, так проще вызвать, чтобы приехали, забрали. Сами приедут, сами возьмут, сами вытянут, еще и денег каких-то дадут, как типа за металлолом. Вот. А здесь... Такая вот перестановочка, что этот шкафчик стоял тут, сейчас он переехал сюда. В общем, этот шкафчик стоял, эти тумбочки стояли тут. Они переехали, плита, а здесь стояли две тумбочки, плита, и вот эта тумбочка там стояла. Сейчас плита ушла, эти две тумбочки сюда, на них маленькая плита, а эта тумбочка сюда, и полочка из нее вот сюда, как столик. Ну, сюда стульчик, какая-то посуда, которая здесь стояла на этой тумбочке. Ну, а здесь дополнительное пространство появилось, которого раньше, получается, не было. Ну, просто все в тумбочках было, оно сейчас как было, так и осталось. А здесь лишнее пространство, и туда что-то тоже, что здесь лежало, туда ушло. У меня просто здесь еще лежало. Ну, эта коробка сейчас, естественно, уберется. Вот, так что, в принципе, такая вот перестановочка, такой вот рум-тур небольшой по кухне. А, да, и здесь еще что-то стояло, эта мультиварка там стояла на этой полочке. А сейчас, получается... Ну, короче, место уменьшилось, потому что раньше на этой тумбочке что-то стояло, а сейчас на этой тумбочке плита стала. И то, что здесь было, все это ушло. И, получается, не хватает немножко места. И вот то, на чего не хватает места, что-то ушло сюда, а что-то ушло вот сюда. Ну, раньше на столе мало чего было, а сейчас вот побольше стало вот сольница, сахарница, заварница, и баночки сюда ушли, вот, и чай ушел сюда, ну и чайничек, вот. Ну, естественно, здесь еще и железяка есть, чтобы стол не попортить. Ну и получается, когда чайник стоит, оно не на столе, а вот на таком подъемчике, то есть он не попортит. Вот. То же самое и здесь вот. Кастрюля стоит, ну да, сковорода, но она на железяке и не попортит клеенку. Вот. Так что такая вот у меня кухонька теперь стала. Ну, нормально, мне нравится. Мне нравится то, что теперь плита такая аккуратная, правда, она маленькая. Это была 60 на 60, а это 50 на 50, то есть не хватает немножко. И на ту становились сковороды 26 сантиметров, а на эту вот я купил поменьше 24. Ну, 24 как раз подходит. Ну, здесь размер 22-24. Вот, так что теперь нормально. Ну и вообще, ну, новое приятное. Не то, что вот это вот старое. Все там такое корявое, грязное. Здесь уже такое новенькое, красивенькое, все чистенькое. Плюс она на гарантии, если что случится, 2 года гарантия. Плюс маленькое, удобненькое. Ну, не знаю, мне нравится. Не травит ничего. Хоть я и не чувствовал запах, но оно ж травило. То есть тоже, может быть, для здоровья вредно было. А сейчас уже все нормально, новенькое. Вот. Так что вполне себе очень даже ничего. Вот. Так что, если учесть, что этого не будет, так здесь так все довольно-таки симпатичненько выглядит. Ну, если убрать вот эту плиту старую, убрать тарелку немытую, вот, сковороду, кастрюлю поставить туда. В принципе, можно это и сделать сейчас. Вот. И, в принципе, все красиво, миленько довольно-таки выглядит. Ну, в моем интерьере, я имею в виду. Вот. В моем интерьере все более-менее так поприятнее стало. Вот. Такая вот у меня новая плиточка. Ну, а на этом все. Всем покидова.